На пиздец, какое уёбищное нахуй превью, я ебал рот. Что не сделаешь ради этих всяких АПХ, АПХ, МПХ? Так, ну все, я жду, получается, ребят в игре. Надо точку, наверное, кинуть. А, найс. Так, а, брейн. Биг брейн, биг брейн. Так, Сихудо, Руникс, Даркнесс. Все-таки Даркнесс в NF2 пошел. Ну так, стрим идет, но все нормально. Что-то я потерял кнопку в пространстве, блядь, сливается нахуй, пиздец. Что-то пока что нечего комментировать. Ждем команды, ладно. Сколько? 14% пойдет. В принципе, можно покушать себе что-нибудь сделать. Всякие пельмешки сварить. У меня, в принципе, пельмешек до хренища. Как раз пока буду комментировать, можно похавать. Ну, сделать хавку.
не бросайте сигареты, ведь они вас не бросали. Бля, кошка, ебал твой рот, нахуй. Так, я ж могу ответить, что хочу. Ай, бля, кошка, ебал твой рот. Заебала, нахуй. Задрочит. За что ты, блядь, скребешь, нахуй? Поебал у себя поскреби, нахуй. Дура ебаная, нахуй. Только попробуй меня укусить, нахуй. Я тебе еблет разобью. Бля, шо, нахуй? Чё за лаги, блядь? Что с дискордом? Я его рот ебал. Бля. О, ура, все, чат есть. ДС помойка обоссанная. Лагающая шмара. Ладно, это все в рофл, конечно же, ребят. Потому что вообще прям скучно. Скучно, скучно, скучно. Ой, бля.
Ну, френдли, здорово. Не признал, ебать. UPA. Понятно. Чё, реально сейчас френдли сыграет? Ебать. По кайфу тогда, чё хули? Так ты играешь в френдли? Сюда! Френдлик играет у нас. Ё-моё. Слышите этот звук? Это 200 рублей, парни. Это 200 рублей звук. Итак, у нас сегодня матч, шоу-матч между двумя командами NF2 против АПХ. За NF2 у нас играют Vanvex, Yenix, Darkness, Runix и Chris. За АПХ у нас играют Young, Langoid, Ozzy, Friendly и Seihudo. Seihudo. Да, Faceit. Сейчас затащим. Итак, Seihudo что-то не зашел. Я не понимаю, что за фигня. Скорее всего, сейчас РХ, может быть, будет. Но, мне кажется, вряд ли он уже зашел. Мне кажется, я так думаю. Тем более, ничего не пишет. Сторона атаки у нас пока что потихоньку отправляет к Б-планту. Что за хуйня? 42 FPS, не понял, блядь. Надо вот эту вот хуйню отбрать, я понял. Нахуй я ее вообще включил. Во, все, вот теперь нормально. Так, тем временем Darkness. Есть open фраг по ангоиду. Ситуация 3-5 для команды NF2. Янка проходит пропет. Также Friendly и Ozzy бегут туннель. Янка дает хаешку. Дает хаешку вино, и Yenix тут пытается распекаться, найти, и скорее всего, да, он заметил, Янку дает смок на вино, тем временем Friendly уже low HP, 1 хп, дается хаешка, Ozzy тоже low, и уже вся команда обороняющейся стороны в B-сайту. Тем временем, как Darkness сейчас должен, по идее, разбирать своих оппонентов, так как его никто не читает, и он заходит в спину, хотя... Что? Darkness, по идее, должен был двоих забирать, но он еле забрал одного, у которого был всего лишь один хп. А тут... Ozzy. Тут что-то они с Янко нормально так надамажили. Игроков NF2, Ozzy. Есть килл! Ozzy, дабл килл! Что делает Ozzy у нас? Янко! Янко должен забирать Руникса. Нет, не забирает Руникса. Ozzy выходит с сайт. И Руникс забирает Ozzy. И счет становится уже 1-0. Первый раунд у нас забирает сторона защиты. Ну а где Seihudo? Я что-то не понимаю. Так, ну у нас тут летят уже диглы. Ozzy вроде ничего не закупает. Ну, может, сейчас закупит. Пока тут ребята что-то делают, я пока что себе пельмешки буду варить. Оп, кастрюлька. Все деньги на мне, я подъезжаю на Бугарию, у меня где-то в клубе это оплати. Так, что за хуйня происходит тут?
Не зашел что-то Сихуду опять. Странная фигня. Итак, начинается раунд. То тем временем, как у нас что-то половина команды АПХ стоит АФК. Да, РХ. РХ, да. Ангоид тем временем дает килл. Руникс разменивает там. Френды до сих пор АФК. А, ну все, ливаем, короче. Понятно. Тоже что за дичь? Я считайте, команд уже жду 23 минуты. 23 минуты, ёбаный. Поебалу мяу мяу, а поебалу тоже мяу будет, мяу, да, мяу, мяу или не мяу, мяу чи не мяу. Ты что на меня нападаешь тут, а? Что ты, кошка, на меня нападаешь? Да где защищаться буду, слышишь, чепушила? Давай, давай, бля, иди на меня, нахуй, иди, бля. Побузи мне тут нахуй еще. Как тебе въеб, блядь, как втащу. Шо ты опять на меня идешь? Шо ты на меня идешь? Я тебе еще въебальник въебу. Будь без ебальника. Кошка без ебальника. Да на, на, на. Мяу, мяу, мяу. На ты, блядь, свой кот, на пиздецкий. На, бля, хавай, сучка. Ходит мяу, как мяу, 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 мяу. Хуя его, блядь. Ебал у тебя голос. С возвратом, с возвратом. Ок, без киллов по пачке плюс. На Б бегите. На А бежим. Смотрим за этими брейнами, мэнчики. Что они у нас делают? Они у нас бегают по карте. Сюда. Новости 1x1. Ой, бедолага, Ози. А Ози на Б побежал. Туда их. Заскамил на пачку, конечно, Ози. Грамотно заскамил, так сказать. Не кинул, а грамотно заскамил. Так, ну все-таки он решил поставить. Начинается дрочерство за пачку. И кто же у нас ее лутает, блядь? Туда, блядь. Руникс начал депать пачку, его сразу в жопу выебали. В итоге Крис задефал у нас. Пипец. Еще Ангоид убил Криса. Так, ну что, смотрим. Ха-ха-ха, он нам сказал, хуй сосите, и нахуй отлетел. Сори, мисс Клик, долбоёбы. Тебя уебали, раки. Так, ну понятно. Нытьём, но продолжаем катку, и АПХ уже у нас заходят. Потихоньку под Б-плен. Тут тем временем пытается их принять. Получается, Еникс и Крис их будут принимать. Еникс есть опенфраг по всех худо. Ози пытается найти там кого-то, но никого, вряд ли он кого-то найдет. Тем временем, как Янка выходит, Ванвикс.
забирает Ямко и Ози. 1x5. Наблюдаем за Ози, что могу сказать. Так, дается флешка Ози, прям в ебальник. Ози забирает Криса. И Darkness забирает Ози. Два-ноль. Еще один раунд в пользу команды NF2. Ну, у NF2 тут что-то вообще прям ультима, блядь, практически не под тегом. Так, Руник скидает хаешку вместе, получается, с Даркнесом. Так, что мы видим? Янка на миду сейчас будет пытаться отыгрывать, что-то делать. Ламзик, ОПХ, здорово, Ламзик. Так, у Ози хороший девайс, в принципе, М40, если шотнуть, то больно будет. Тем временем, Даркнес... такая себе позиция, если честно так скажу, можно его с легкостью выбить, но... Ози дал все-таки хит по Даркнезу. Ой-ой-ой, есть размены, Даркнес. Даркнес и Ангольд, 2 лоу хп, Сихудо находит фраг по Крису, 3 в 4 для АПХ. Двое лоу хп, тем временем, как у NF2, только один лоу чпи. Можно так сказать, грубо говоря, ситуация 2 в 2. Сихудо убивают. Даркнес! Что сейчас дал Даркнес? Просто он всех забрал. Офигеть! Даркнес! Всех забрал, все залетели, всех забрал. Трэш. Плохо АПХ сейчас залетели. И главное сейчас после такого АПХ не расстраиваться, потому что ситуация была 4 в 3 в пользу АПХ. Залетают все под аплент, их просто один игрок всех убивает. Крис должен давать информацию, что у него в туннеле есть игрок Сихудо. Перестреливает все-таки Криса. Крис не смог забрать Сихудо. Тем временем, как Еникс старается вообще максимально не пикаться, что-то тут пытается настрелять, но ничего не настреливает, если честно. Руникс забирает одного, Сихудо забирает на размене. Еникс и Ванвикс остаются в ситуации 2 в 3. Ой-ой-ой, Ангоид забирает Еникса, тут Френдли! Что? Задефал! Еникс задефал! Как так не убил? Как так Френдли не убил? Что сейчас сделал Френдли? Я не понимаю этого. Ой-ой-ой-ой-ой. Френдли. А что у нас делали сейчас, мне вот интересно, игроки на пропеде? Так, дается флешка. Крис тем временем опять стоит туннель. Ози, есть опен фраг по Даркнезу, выбивает топ-таба команды NF2. Сихудо, есть килл в туннеле по Крису. Руникс на миду стоит, пока что старается не пикаться, но, скорее всего, скоро он сейчас начнет стягиваться. Да, он начинает стягиваться и... Нет, его все-таки не накоцают, но он будет пикаться. Что-то он там пикается, ничего не получается. Еникс выходит в сайт, и ему просто ставят с первой. И Руникс. Забрал все-таки Сихудо. Даблкил в раунде уже дает. Вообще ни зачем не успеваю. Очень быстро киллы дают две команды. Ну и походу, да, первый раунд для команды АПХ. Молодцы, ребята. Так, ну а я забыл про свои пельмешки, парни. Ведь пельмешки — это мои друзья. Кто любит бульмени плюс чат? Ребят? Ой, какие они сочные. Все, я думаю, у меня столько бульмешков хватит.
Так, ну все, продолжаем. О, Нестик. Нестик чмейстик, здорово. Ой, кошка! Ай, кошка, не кусайся, мразь обоссанная. Сейчас тебя посажу куда-нибудь. Тем временем, как Даркнесс и Еникс уже есть по киллу, Френдли забирает Даркнесса, Рунникс есть килл по Ози. Сихудо проходит потихоньку пока что Б-плентик. И Сихудо нет, все-таки Ванвикс его забирает, Френдли. 1-4. Френдли! Ай, блять, кошка, ебал твой рот, нахуй, не кусайся. Шо ты на меня так смотришь, а? Шо ты, зубастик мой? Покусала меня, да, сейчас? И... Ай, блядь! Мразь ебучая, нахуй. Ёбнутая. Ой, блядь. Ебал рот кошки. Ёбаный пат, нахуй. Ой, блядь. И, блядь, кошка, нахуй, съебись от меня, нахуй. Дура, блядь, тупорылая, нахуй. Пиздец, блядь, она из-под тишка меня, сука, кусает, блядь, кошмарит, нахуй. Не я, блядь, кошмарю, нахуй, кого-то, блядь, а меня кошка, нахуй, кошмарит, ебать. Ебать, она меня тут прокусила, нахуй. Ёбаный насос. Что за агро, блядь? Что за глеб этот тигр, а? Сейчас, подождите, ребят, я пат вытираю. Да, обязательно после стрима. Если еще не будет стрима, то можно. Слышишь, мразь, иди сюда, я тебя еще в туалет посажу, мразь такую. Чтоб не кусалась, дура, блядь. Блядь, шлюха, тупорылые, блядь, создание, нахуй, а не кошка, ебать. Еникс есть килл по Френдли, Еникс дабл килл. Ситуация 4-3. Сихудо. Руник забирает Сихудо. Руникс дабл килл и Ози. Даркнесс нашивает смог и забирает... И забирает он еще и... Ози через смог. И 6-1. Все плохо для АПХ. Но, как мы знаем, проба это КТ. КТ мапа. Легче будет за КТ, чем за Т. Руникс что-то тут настреливает уже. Сихудо забирает Ванвикса. Есть опенфраг для команды АПХ. Можно уже пытаться что-то делать. Тем временем Ангойт 60 хп. Продамажили его. Сихудо должен быть сейчас аккуратненьким. Ози с авиком пикается тут. Ждет он. А и Руникс понимает то, что там авик. И он будет играть осторожно, максимально. На, и блин, Ози опять пропустил Руникса. Руникс должен давать информацию уже, что там один с авиком стоит, играет. Ози уже идет на лонг. И поаккуратнее бы стоило бы быть Ози. А пачка тем временем идет под Б-плент. Интересно, что они делают. А, заготовка идет к выходу Б-сайд. Ози тем временем проходит под А-плент. Тут Крис или Ози. Нет, все-таки Крис ушел. Ангойт дает молотов Даркнесс. Не горит. Кривой молик, походу, был. Крис и Руникс остаются уже в ситуации 2 в 5. Ози сейчас... Ози! Что за килл по Крису? Хороший такой, плотненький был. Руникс прочекивает мид, и Руникс опять уходит на сейв. Что-то Руникс у нас всю катку сидит, сейвит. Что-то его команда оставляет в такие положения, что ему приходится сейвить. Ой-ой-ой, я думал, Руникса сейчас убьют прострелом Славика. Но нет, я ошибся чуть-чуть. Но Руникс, в принципе, фулл хп может попробовать что-то тут выбить. Да, он выбивает Янка.
И 6-2. 6-2. Еще один раунд в пользу команды АПХ. Ози, что-то АФК стоит. Наверное, уже на стрим заходит, там свой килл монтирует. Ой-ой-ой, как так Еникс сейчас Янка не перестрелял. Какой лоу сейчас остался Янка просто. Крис тем временем... Двое А стоят, когда сейчас, скорее всего, будет залет под Б-плент. А где пачка ОАПХ? За НФ2 с детства. Да, Нести, конечно. Ой, фанатик АПХ. Ой, блядь, сука, кошка так укусила, нахуй. Ой-ой-ой, Ози, почти, почти, почти. Руникс тут надамажу прям плотненько. Ван Викс есть, он про Пангой, ой, про Пангойду также. Руник забирает Янкоси, Худо умирает, потому что его забирает Ван Викс. Ози вместе с Френдли заходят под апленд, тем временем как Крис идет им в спину, и Крис должен забирать Ози, да, забирает Ози, и Крис забирает Френдли. Ну, только если на ластабе Крис керит, мне кажется. Только ластап он керит. И, бля, кошка ебанская, нахуй. Так покусала, нахуй. Пиздец, блядь, аж до крыли, нахуй. Плечо ебал. Что за ебейшие подсады? Ван Викс есть опенфраг по Янко. Двое у нас идут в рапет, и Ози пытается распекаться, пытается найти какой-то фраг. Руникс забирает Ози, вовремя я переключился. Френдли уходит вместе с пачкой под Б-плент, а его тут сейчас Ван Викс будет принимать. Сейчас самое главное Френдли прочитать Ван Викса. Не читает Френдли Ван Викса. Сихудо забирает Ван Викса. Пачка-то в самой жопе у команды АПХ. И ливает у нас кто получается? Янка ливнул. Ну, забагал КД, чё могу сказать. Багает. 8-2. Еще один раунд в пользу команды НФ2. Понятно. Еще лучше. Ебейшие. Это все из-за того, что они долго собирались. Это не моя вина. Ай, ладно. Хорошо, что есть зарядка. Ой, бля, все, FPS угабыло. Надо ставить вот так вот тогда теперь. FPS, все, бля, в жопе. Ебал рот. Руникс что-то пытается нашить. Я не понимаю, как его Сихудо сейчас не забрал. Ой, боже мой. Даркнесс, а затем временем забирает Ангоида. Янко, нет, все-таки не взрывается. Даркнесс пушит Янко, Янко стегла. Отлично. Ван Викс чекает пропет. Тем временем Янко уже забрал дроп. Да что, боже, что Янко делает просто. Дает смог. Забирает дроп. И ситуация 4 в 4. В принципе, можно пытаться разыгрывать. Еник сидит, чекает мид. Ой-ой-ой, что за тайминг? Еникс кидает хаешку. Что, взрывает? Вроде да, взрывает Янка он.
Янко пытается нашить. Нет, все-таки. 10 секунд у команды АПХ. О, есть килл из Тэг-9 от Френдли. Еще убивают после таймера тут у некоторых игроков АПХ. И последний раунд первой половины матча у нас уже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Уникс минус 2 дает уже. О, Даркнесс еще забирает Янко. Сихудо и Френдли. 2 в 4. Сихудо взрывают тут, ну и Френдли. 1 в 4. Ну, насколько я знаю, он недавно забрал клатч 1 в 5 на Фейсите. Сейчас посмотрим, как он заберет тут клатч. Не заберет он клатч тут. И 10-2. Первая половина уходит за командой NEV2. Забирает Ози и 11-2. Все плохо для АПХ. Они уже даже отдают КТ в сторону. У Янко, я так понимаю, вообще не идет игра. Войт уже пропушил неплохо так. Аплент, и уже он на лонгу, и сейчас, скорее всего, будет заходить в спину Янко. Есть килл по Крису, тем временем забирают уже там Сихудо. Ой-ой-ой, ангойт, что ты делаешь? Ангойт! Боже мой! Янко забирает Руникса! И Даркнесс все-таки забирает Янко. Все, практически все лоу хп, Ванвикс, лоу чпи. Дарк... О, Френдли забирает Еникса. 102 лоу хп, плеера остается у 2. А Б кто-то стоит? Да, Френдли сейчас, по идее, может дать инфу. Да, дает он инфу, я уверен. Забирает Френдли Даркнесса. И Last Vanvix остается с low HP.
И Френдли забирает Ван Викса. И 11-3. Получается, счет сейчас будет. Еще один раунд в пользу команды АПХ. Очень хорошее сейчас было эко от команды АПХ. Особенно от Янка. Только я сказал, что у него не летит. Сразу он дает минус 2. Ну, а команда минус 2. Я не знаю, откуда у них сейчас деньги. Они вроде сейчас закупались некоторые под фул. Но у них сейчас 2 гана есть. У Еникса и у Дартнеза. Сихуда забирает Вамикса, Руник забирает Сихуда, ангоид сейчас уже дает килл по Даркнезу. Даркнез просто от одной флешки стоял уже фул. Ангоид пикается, но вряд ли он кого-то там найдет, потому что все игроки уже команда NF2 уходят под Б-плент, я так понимаю. А нет, все-таки на меду стоят. Ангоид! Чуть не пикнул, чуть не пикнул. Я думал, он уже сейчас пикнет и будет какая-то перестрелочка хотя бы. Опа, тут Руникс, а тут Руникс и... Ангоид, ангоид, что это было? Еле-еле, пиздец. Я в ахуе. Ладно, НТ. Главное, что забрал. 11-3, напоминаю счет. О, Янку забирает Криса. Еникс 1-4. Тяжелая ситуация. Ну, посмотрим, может, Еникс что-то сделает. Еникс забирает Янку. Ози все-таки забрал Еникса. После таймера он еще и забирает Еникса. У Еникса $300. Все плохо. Все плохо опять для команды NF2. Какой тайминг сейчас просто... Был. Я так понимаю, я не просто не услышал. Сихуда. Сихуда выбирает одного, Руникс есть размен. Янко уже запалил, к нему стягивается и Френдли. Янко начинает Крис пушить. Янко, 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 как он не забрал Криса? И Крис забирает Янку. Янка, Янка. Ну и Ози в спину забирает Криса. Дает флешку. Ози выходит. Ой-ой-ой, что они делают? Так, и ласт Руникс. Руникс! Ой, 19 кп, как хорошо! Забирает ангоида и Ози на размене забирает. Еще становится 11-5. Боже, с этим шоу-матчем чуть не забыл про пельмени. Чуть они у меня не убежали. А то бы я сейчас ничего не поел бы. Сколько времени? 20:51. Ну, если будет камбэк от АПХ, это будет сильно, конечно. Ну, мало верится, мало верится. Ну, в принципе, КТ-сайт. Можно. Начинается залет, и Ози вместе с ангоидом. Френдли дабл кил! Ангоид! Ангоид! Настреливает! Ози! Вот это да, Френдли, вот это фейсит плеер. Показал, доказал. О, ангоид, дабл килл. И
Ванвикс остается один в пять. Забирает уже Ангоида. Янка. Забирает Ванвикс Янка еще. Сихуду идет спину. Ванвикс не чекает спину, конечно. Он. И Ози забирает Ванвикса. 6-11. Ой-ой-ой. Сэндвикс пришел, сразу ЛПХ начали тащить. Сэндвикс, это какая-то это аура, слышишь? Ты пришел, сразу ЛПХ тащить начали. Так, ну, что могу сказать про NF2? Сейчас у них есть бай у некоторых. И по идее могут забрать, могут. Сихудо забирает Криса. Сихудо, нет, не забирает он Ванвикса, зря он пикался. Мне так кажется, не надо было сейчас пикаться, лучше бы просто постоял закрыто. Так, Ози и Ангоид будут принимать вдвоем. А Плент, если это будет А, Руникс там что-то уже настреливать начинает. Тем временем уже там Ванвикс влетает, Ванвикс... дает опен фраг, а что у нас сейчас делал Янка? А Янка, так скажем, просто взял и продал сейчас тиммейтом. Ну ладно. Ну и все, начинается стяг. Ну а Даркнеза тут никто не чекает, я так понимаю. Да, Даркнез забирает Ози. Ангоид выходит сайт, Ангоид. Дает хиты. Янка! 2 в 2! Это уже интересно, Янка. Да Ангоид забирает! Даркнесс, лоу хп. Ангоид! Ангоид! Что это было? Что это было? Что это было? Что сейчас сделал Ангоид? Я не знаю, Ангоид это, наверное, великий просто человек. Что он сейчас дал? Просто что? Ребят, вы это видели? -3 от Ангоида, просто на +8 вылетел сайт. И забрал просто там троих. Офигеть. Молодец, Ангоид. И 11-7. 11-7. А у NF2 мораль потихоньку падает. И Руник забирает. Сихуда есть опен фраг. Отдали опен фраг команда АПХ. Ну, Сихуда что-то я смотрю по КД идет. Отдает опен фраг команде АПХ в туннеле. Просто его жрут там. Руникс отдает Теску, тут ему дает калаш. В бэкленд уже 3 игрока АПХ. Френдли дает флешку. Френдли. Ози есть опен фраг. По Ениксу. Ванвикс забирает Френдли. АПХ уже в сайту. Все Ангоид забирает Ванвикса. Спине Крис, Крис забирает двоих. Что это было вообще? Не понимаю. Ози в ситуации. В ситуации 1 в 2. Цикривая хаешка от Ози. И оставляет 9 хп. Руниксу и 7-12. О, Квинкстон, 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 Квинкстон. Здорово. А чё за хуйня, блядь. Есть, чё вы, боже, я вообще все пропустил. Френдли один в сайту и Ози один в 4. Ози забирает Криса и Руникс.
На размене 7.13. Охуеть, блядь, Руникс 24/9. Не верю, нахуй. Пиздец, блядь, пиздёж ебаный. Ой, ну что могу сказать. НТПХ с победой на F2. Все, всем, ребят, ГЛЭ. Удачки, я пошел хавать. Давайте.